профессию пришла по велению сердца. Именно так коренная химчанка и многодетная мать Татьяна Кавторева отвечает на вопрос о деле всей жизни. Вот уже несколько лет она заведует детским садом. По словам Татьяны Кавторевой, каждый дошколенок здесь ей как родной. Несмотря на то, что у нее самой трое детей, любви, говорит, хватает на каждого. Татьяне Кавторевой всегда была интересна общественная деятельность. Вести диалог с химчанами она начала на мастер-классах проекта «Химки. Интересно жить». Там познакомилась со своими соседями. Вместе они объединились в домовых чатах и делились впечатлениями о пройденных занятиях. Позже чаты стали площадкой для обсуждения социально значимых инициатив. Люди стали делиться своими идеями по улучшению двора, микрорайона, города. Желание быть полезной другим привело Татьяну Кавтореву в добровольческое движение, которое выросло из проекта «Химки. Интересно жить». Выявились люди, неравнодушные люди. Я была в их числе, и мы оказывали помощь людям, кто не мог выйти во время пандемии на улицу. Лично я привозила ветеранам продукты питания, помогала выносить мусор, прогуливалась с собаками, доставляла также медикаменты. Это действительно, и много не хвастаются о добрых делах, но если мы хотим говорить сегодня о добровольческом движении в том числе, то мы просто не имеем права умолчать, потому что очень хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто объединился и действительно направил свою энергию, свой потенциал на то, чтобы помочь тем людям, кто в этом нуждается. Татьяна Кавторева никогда не оставалась в стороне от чужих бед. За активную жизненную позицию ее выбрали лидером движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Вместе с единомышленниками она продолжает помогать людям. Татьяна Кавторева ведет активный диалог с жителями, участвует в собраниях трудовых коллективов предприятий городского округа, сотрудники которых предлагают свои инициативы по улучшению жизни в городе. Первые социально значимые инициативы у нас зародились на собраниях первичных отделений единомышленников и членов партии. Люди поняли, что действительно, выдвигая свои социальные инициативы, они могут что-то изменить в своем городе. Они могут на что-то повлиять. Я не просто активный житель городского округа Химки и работник образования, я еще и мама, поэтому меня, безусловно, интересуют такие изменения в нашем городском округе Химки, как социальная сфера. Естественно, я хочу, чтобы благоустраивались наши парки. Естественно, мне хочется, чтобы улучшалось качество жизни в нашем городском округе Химки. Я в этом заинтересована. Татьяна Кавторева считает, нельзя оставаться в стороне и бездействовать. Каждый, кому не безразлична судьба родного городского округа, может и должен предлагать свои идеи по улучшению жизни в Химках. Кроме того, важно продвигать свои инициативы, голосуя за них на специальном сайте. Только так можно перейти от слов к делу и достичь желаемого результата.